Сальникова Полина Спиридоновна. Родила 20 ноября 1923 года в многодетной семье сидеть Тизына Весенка. Накануне войны училась в Тисуйской школе, жила в колхозном интернате. Когда началась война, пришлось оставить учебу и пойти работать. Полина Спиридоновна была призвана на военную службу 17 февраля 1943 года Тисульским военкоматом. Сначала в год в Новосибирске училась на Орешку. В августе 43-го года она получила звание младшего сержанта и была отправлена на Белорусский фронт, поскольку в дивизии не пользовались радиосвязями. Пришлось переучиться на телефонистку. С этой дивизии ее рота связи прошла от города Арша по Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, Германии, не дойдя до Берлина 70 километров. Конец она встретила в германском поселении Богенхаген. В Берлин ездила на экскурсию 45-го года. Награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией, Жукова, ветеран труда, знаком фронтовик.